привет! Сегодня с вами вяжем такой вот узор. Он очень простой, состоит буквально из 4 рядов. И для того, чтобы его связать, давайте наберем количество петель кратно 4 плюс 1 для симметрии петлю. То есть у нас должно быть количество петель, которое делится на 4. И добавляем еще одну петельку. Итак, я набрала 17 петель и наш первый изнаночный ряд. Я буду провязывать, начиная с первой петли. И первый ряд мы провязываем полностью изнаночными до конца. Далее мы переворачиваем, и второй наш ряд мы вяжем таким образом. Первую я провяжу лицевой, далее вот наши 2 петельки, мы их должны поменять местами. Для этого я ввожу правую спицу за 2 петли и снимаю их с левой спицы, перекручиваю и возвращаю на левую спицу. Таким образом мы поменяли первую, вторую петлю местами. И теперь мы можем провязать 3 вместе петли. Но мы вот провязываем, вытягиваем петельку, делаем накид и еще одну петельку. Если мы провязали 3 вместе петли, то мы должны их компенсировать. Вот наши 3 петли. Следующая лицевая. Это был раппорт. Давайте его повторим. Я ввожу правую спицу за 2 петли, снимаю их, снова одеваю на левую спицу и теперь провязываю 3 вместе, вытягиваю одну петлю, делаю накид и вытягиваю вторую петлю, 1 лицевая. Раппорт повторяем дальше. Так вот растягиваю немного 2 петли. Снова провязываю 3 вместе. Надо следить, чтобы ниточки все были на месте. Провязываем 1 петля, 2 и 3, 1 лицевая. Закончили еще один раппорт, и вот у нас остался последний наш раппорт. И 1 лицевая. Далее, третий ряд изнаночный. Провязываем полностью изнаночными, включая все накиды. И просто петельки. Без разницы, провязываем полностью от начала до конца изнаночными петлями. Так, закончили третий изнаночный ряд. Давайте перевернем. Вот у нас уже начинает вырисовываться наш узор. И теперь в шахматном порядке мы продолжаем
Дальше для этого я провязываю 1, 2, 3 петли. И вот отсюда начинаю вывязывать узор, так как мы сами вязали его в нашем втором ряду. Провязываем 3 петли вместе. Вот 1 лицевая. Далее снова переворачиваем их и провязываем. Вывязываем 3 петельки, 1 лицевая, далее снова меняем местами петли, и заканчиваем 3 лицевыми петлями. Далее переворачиваем, и у нас 4-й ряд изнаночный. Далее мы с вами повторяем с 1-го ряда. Снова провязываем 1-ю петлю. И снова меняем положение этих 2 петель. И вывязываем 3 петли. 1 лицевая. Далее следующий раппорт. Дальше повторяем с вами в таком же шахматном порядке. То есть это наш 3-й ряд, и мы его повторяем снова.
и заканчиваем тремя лицевыми петлями. Следующий у нас изнаночный ряд. Вот, в принципе, так вот вяжется этот узор. Очень просто и смотрится довольно прикольно. Всем, кому понравилось, подписывайтесь и оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!